Всем привет, с вами Барин, и сегодня я решил принять участие в FPS-нотом конкурсе, чтобы, во-первых, поддержать канал Берлога Геймера, а, соответственно, во-вторых, как раз-таки воплотить в жизнь свою давнюю идею. Это как раз-таки снять ролик про своих любимых героев шутеров от первого лица. Почему, соответственно, мое видео имеет подзаголовок «Непревзойденная семерка», что явно отсылает на классический британский телесериал 60-х годов «Мстители» с Патриком Макни и Дайаной Рик в главных ролях. Вот, то есть призовой, конечно, фонд конкурса меня не сильно интересует. Вот, главным образом все-таки это воплотить свою задумку в жизнь. Единственное, что в рамках конкурса мне, конечно, немножко придется сменить формат. И если, допустим, все-таки изначально я хотел больше сосредоточиться на героев игр, которых я отобрал, то тут мне, конечно, придется еще рассказать и про сами игры, и потом уже затронуть личности самих героев. Вот. Ну и, как ясно из названия, это такой своеобразный будет топ-7. Вот. И хотелось бы его начать с игры Postal 2. То есть сразу оговорюсь, что мы будем рассматривать именно обычный Postal 2, без всяких дополнений, вроде, там, допустим, Paradise Lost или Apocalypse Weekend. То есть, и что хотелось сказать сразу, то есть, мало кто на это обращал внимание, но Postal 2, она такая, скажем так, игра, содержащая социальную сатиру, вот, на, как бы так скажем, американское общество и различные его вот эти протестные движения. То есть, в данном случае, например, в игре есть, скажем так, общество родителей, которое выступает против насилия в видеоиграх именно насильственными методами, или, допустим, общество защиты окружающей среды, которое призывает сжигать книги, тем самым спасая деревья, и так далее. То есть, честно говоря, вот очень много таких вещей в игре есть. Плюс ко всему, отсылки, конечно, идут на некоторые культовые фильмы, вроде того же самого там «Криминального чтива» или «Планета обезьян». Вот, в том числе именно радует то, что у нас вот город Парадайз полностью, скажем так, открыт, то есть какие-то локации будут закрыты и постепенно открываться, но все равно, то есть ходить мы можем, в принципе, куда хотим. Вот, что, так скажем, ну, для шутеров немножечко вот нестандартно. То есть очень многие просто привыкли к таким достаточно линейным шутерам. Здесь, конечно, он такой был, что называется, именно нелинейным. Вот, то есть радовало и наличие оружия, потому что было куча оружия и ближнего боя, вроде там, допустим, дубинки, электрошокер, допустим, даже вот была лопата, вот, значит, были вот такие оружия немножечко нестандартные, вроде канистры с бензином и спичками, то есть которыми можно было всех, допустим, полить этим бензином и поджигать, вот, было, конечно, соответственно, и такое вот оружие, как эти канцелярские ножницы, которыми можно было, соответственно, метать во врагов, вот, то есть кошек можно было собирать и использовать их как глушители, там, допустим, на автомат, вот, то есть, и при том, что все эти, как бы, деяния, они оставались на совести игрока, то есть игру эту можно было пройти, не совершив ни одного выстрела, вот. Ну, а теперь, конечно, стоит поговорить о личности главного героя, то есть главного героя у нас зовут без затей просто Чувак, вот, и, то есть, в принципе, те, кто давно играл во второй Postal, так скажем, хорошо знаком с этой игрой, могут обратить внимание на такую вещь, что чувак предстает, пожалуй, самым адекватным жителем города Парадайз. Вот, то есть живет он со своей женой в трейлере, то есть, ну, со слов чувака, жена толстая, собственно, нам на протяжении всей игры жену не показывают, то есть только разве что там в Paradise Lost как-то там она промелькнула. Вот, и, значит, в общем-то,
все действия чувака связаны с достаточно такими банальными вещами. То есть, допустим, надо пойти ему в магазин, там, в банк, там, навести своего дядю. И вот, и с этим случается какая-нибудь история. Потому что, допустим, приходит вот он в банк, а в банк врываются грабители, и тут есть какая возможность или, соответственно, убежать, или вступить с ними в бой, или ограбить этот банк. Вот, и, в принципе, так все, соответственно, и зациклено. То есть, конечно, радует фраза чувака, потому что чувак на самом деле очень такой говорливый персонаж. Вот, и, значит, как раз-таки и сломание четвертой стены, фраза вроде этот самый «Я не виноват, арестуй того, кто сидел за клавиатурой». То есть вот такая вот, так скажем, тоже опять же сатирическая фраза, отсылающая на то, что у нас, по крайней мере, в той же самой Америке во всем любили обвинять в последнее время видеоигры. Вот, то, что они там, скажем так, расклевают детей, подталкивают их на путь преступлений. Вот. Или там, допустим... Черт, я никого не трогал, подчинял примусы, наслаждался правами из второй поправки. А вы, твари, все же смогли вывести меня из себя. Ну и так далее. То есть вот очень, ну, очень такие колоритные вот фразы. То есть еще порадовала русская локализация, потому что Акела пригласила актера Александра Груздева. Но, честно говоря, вот, опять же, на тогда вот мое восприятие постола, играла где-то в него в году 2004, конечно, вот озвучка Груздева, что называется, повлияла сильно. Ну, а мы идем дальше, и следующий по списку у нас идет игра Serious Sam The Second Encounter. Ну или Крутой Сэм, Второе пришествие. Вот, то есть, конечно, поиграл я в него еще в 2002 году. Вот, и несмотря на то, что это вроде как такое продолжение первой части, если даже быть правильным, своеобразный Mission Pack, вот тогда он, конечно, воспринимался именно как вторая часть полноценная. Даже вот у нас первая часть тогда называлась Serious Sam The First Encounter или Крутой Сэм Первая Кровь. И если в первой части у нас был Древний Египет, то во второй части у нас уже появилась Центральная Америка в виде цивилизации майя, соответственно, Вавилон древний, и потом, значит, у нас средневековая Европа. То есть у нас Сэм, он путешествовал между вот этими временными эпохами. Вот. То есть тут кое-какие дополнительные оружия у нас появились, значит, новые враги. Вот. В принципе, конечно, во многом это все напоминало первую часть. То есть это такой был, на самом деле, веселый шутер в таких достаточно интересных местах, вот так скрупулезно и детально воссозданных. В том числе там можно было про них разные исторические справки почитать, а заодно посмотреть бестиарий. То есть его действительно было очень интересно изучать. Притом на игрока могли, скажем так, такие достаточно большие толпы врагов кидать. Вот в чем как бы была эта особенность. То есть, что именно кучу как раз таки оружия, значит, толпы различных вот этих инопланетных монстров. Вот как раз и такие достаточно интересные вот места. Вот, и, значит, вот с ними как раз таки надо было именно драться. То есть против каждого монстра там было эффективно, допустим, какой-то определенный тип оружия, вот, допустим, чем другие. И игра, честно говоря, действительно была очень веселой, вот. Очень много в ней было, конечно, юмора, вот. Ну и теперь, конечно, стоило поговорить, наверное, о самом персонаже и, в принципе, наверное, сюжете, вот. То есть, в чем происходил, соответственно, юмор? В общем-то, в том, что в свое время, значит, на планету Земля вторглась как раз-таки вот инопланетные силы под водительством некого Ментала. Вот. И, в принципе, уничтожили по факту всю жизнь на Земле. И вот последний выживший человек, то есть как раз-таки Сэм Стоун, вот, он отправляется в прошлое, то есть именно в Древний Египет, чтобы, соответственно, противостоять как раз-таки Менталу, пока он еще не был так силен. Вот. И, соответственно, в конце первой части он, соответственно, летит на Сириус уже сражаться с Менталом, но корабль его случайно сбивают, и он оказывается в цивилизации Майя, откуда пытается, соответственно, выбраться, уже путешествуя между несколькими временными эпохами.
Вот, самое что интересно, то есть Сэм, он такой, ну, в какой-то степени, что ли, я не знаю, твердолобый персонаж, если так его посмотреть, то есть, ну, такой, скажем так, старый солдат, не знающий слов любви. Но при этом Сэм, конечно, очень говорливый персонаж, и вот как раз-таки во втором пришествии его озвучивал Никита Джигурда, и, как я считаю, вот справился со своей задачей он очень хорошо. Короче, я иду к тебе, и ничто, слышишь? Ничто не сможет меня остановить, понял? Знаю, я уже здесь, и мало тебе не покажется. И, конечно, про Сэма было много игр, то есть была и первая часть, была, соответственно, и вторая, была и третья, вот сейчас выйдет четвертая. Но, конечно, второе пришествие, вот я считаю, несомненно, пожалуй, лучшее из них. Ну, а мы идем дальше, и следующей игрой на очереди у нас является Duke Nukem 3D. Это, можно сказать, та игра, в которой я играл почти в год ее выхода, то есть сначала в компьютерном клубе, потом у соседей, потом уже, соответственно, в своем собственном компьютере. Вот, и, значит, это был такой эдакий ответ компании Apogee на серию Doom от id Software. Вот. И, значит, чем тогда Duke выделялся? Тем, что он был достаточно веселой игрой. То есть там, честно говоря, обыгрывалось с юмором вторжение инопланетян на Землю. Вот. Притом с отсылками на кучу различных фильмов. Вот. Даже отсылка, кстати, как ни странно, была и на сериал «Мстители», который я сегодня затрагивал. То есть она тоже в игре встречалась. Вот. Ну и, конечно, именно то, что Дюк тогда очень много говорил. То есть, опять же, озвучивал его такой актер, как Джон Сент-Джон. Вот. Значит, и при этом, то есть, очень много пафоса в фразах Дюка было. То есть, он уже разошелся на цитаты. Но, на самом деле, большинство этих фраз — это цитаты из кинофильмов. Вроде «Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы» или «Чужие среди нас». Вот. И, собственно, в принципе, здесь еще, что как бы радовало, в игре такой юмор был местами, в общем-то, как бы пародийный, местами даже и пошловатый. Вот. Но игра тогда поражала в 96-м году, конечно, своей интерактивностью. То есть почти все можно было потрогать, понажимать. То есть это какое-то воздействие производило. Вот. Можно было и в стриптиз-бар зайти, соответственно, там протянуть девушкам-стриптизершам эти банкноты, и они оголяли грудь. Вот. И, в общем-то, все другие вещи, даже вот, например, во втором уровне первого эпизода можно даже было при помощи огнестрельного оружия поиграть в бильярд. Вот. Честно говоря. И, в принципе, всегда было, конечно, интересно в эту игру играть, тем более, что она была, ну, конечно, не первой игрой с шутером, с говорящими персонажами. Вот. Но, тем не менее, она вот, может быть, даже больше всех запоминалась. Особенно то, что тут даже было некое ломание четвертой стены. Если, значит, например, долго не играть, Дюк нас одаривал вот такой замечательной фразой. What are you waiting for? Christmas? Вот. И, честно говоря, такого в игре было много. То есть куча оружия различного было. То есть там и, в принципе, допустим, пистолет, дробовик, как бы этот самый трехствольный пулемет. Вот. Но были и некоторые такие, допустим, экзотические виды оружия, вроде, допустим, уменьшителя, замораживателя, вот, и тому подобных вещей. В принципе, на самом деле, игра очень веселая и очень хорошо умеет поднимать настроение. Ну а что касалось личности самого Дюка, то может на первый взгляд, конечно, показаться, что он такой самовлюбленный, нарциссичный, эгоистичный человек, но на самом деле он достаточно такой добрый, открытый и никому не позволит обижать прекрасных дам, в том числе и всяким инопланетным захватчикам. Вот что особого колорита, так скажем, добавляло в игру. Ну и, конечно, следующая игра, это игра веха, это первая Half-Life.
Значит, эта игра взорвала мой неокрепший юношеский мозг где-то в 2001 году, как я в нее поиграл. И с тех пор я старался скупать все диски со всеми дополнениями, модификациями, значит, неофициальными там модами и так далее. То есть, ну, соответственно, то есть мне попадались как и официальные, допустим, к ней дополнения вроде Opposing Force, Blue Shift, и даже вот я помню, у меня был демо-диск, по-моему, от GameXZ. Там была так называемая вот демо версия Half-Life, известная как Uplink, это где вырезанный эпизод из игры целый. Вот, но в том числе, конечно, было очень много всяких неофициальных дополнений, среди которых там Half-Life Чернобыль, Half-Life Authorship, Half-Life Wanted, вот, пожалуй, наверное, самый интересный из этих модификаций любительских. Вот, и, честно говоря, даже у меня сейчас что-то из этого сохранилось, потому что вот тогда, в принципе, я помню, что этой игрой, точнее, всеми вот этими модификациями, донами, модами занял почти весь жесткий диск на компьютере. Вот, постоянно я в это играл. Очень мне нравилась эта игра. То есть, и здесь, конечно, сработала именно атмосферность погружения. То есть, во-первых, вся игра ведется от первого лица. То есть, нету никаких катсцен, роликов и так далее. Есть только скрипты, разговоры, грубо говоря, персонажей, которые наблюдает главный герой. Вот. Также, соответственно, как вступление, именно шел вот такой вот поездка в монорельсе. То есть сейчас очень многие любят над этим в интернете, честно говоря, как-то смеяться, прикалываться. То есть делают там различные всякие вещи вроде мысли Фримана, то есть главного героя игры, вот, или там, соответственно, всяких комиксов, вся жизнь в монорельсе и так далее, вот, но, честно говоря, вот мне эта сцена никогда не надоедала, то есть она действительно сделана очень классно, она действительно представляет вот масштабы научно-исследовательского комплекса «Черное место», где работает наш главный герой, вот, ну и также вводит нас в курс как бы дела, вот, показывает, какие разработки там ведутся в этом секретном научном НИИ. Вот. И самое главное, значит, здесь, конечно, что было именно интересно сделано, это именно сами уровни. То есть, как такового разделения на уровни в игре не было. То есть, у нас именно были карты, то есть, такие локации. Вот. И, собственно, мы там, допустим, зайдя в дверь или зайдя в какой-то коридор, могли увидеть просто этот самый загрузку, и игра продолжалась дальше. Притом, можно было вернуться на предыдущую локацию. То есть, нечто подобное, конечно, уже было в Quake 2, но вот здесь это, конечно, было, скажем так, максимально интересно обыграно. Притом какие-то действия, которые мы совершили на предыдущей локации, мы, допустим, их можем увидеть из локаций, в которые мы зашли. Вот, значит, и также вот радовал именно арсенал, что здесь было куча всяких орудий, то есть там, допустим, был для ближнего боя у нас гвоздодер, был, значит, у нас там, допустим, стандартный набор, то есть пистолет, дробовик, автомат и ракеты-стингеры, вот, но было и несколько таких футуристичных орудий, то есть это, в общем-то, всякие различные бластеры, разработанные сотрудниками научного вот этого исследовательского центра «Черное место», вот, а также несколько орудий инопланетного происхождения, вот, ну и, конечно, в принципе, стоит поговорить о самом герое, то есть это Гордоне Фримане, вот, значит, конечно, он молчалив, то есть, в принципе, и, то есть, мог бы сойти за какого-то безликого героя большинства шутеров, вот, но не в случае с Half-Life, потому что все-таки ощущался он достаточно целостно. Ну, во-первых, когда мы ехали на монорельсе, нам, соответственно, кое-какую информацию о Фримане говорили, то есть, что он у нас, значит, физик, сотрудник, соответственно, вот этого секретного научно-исследовательского центра «Черное место». И, соответственно, что он там самый молодой сотрудник научный, потому что все остальные, как бы, модельки ученых, видно, что они гораздо старше Фримана. Вот. Ну и также, в общем-то, видно, как к нему обращаются, допустим, его коллеги, его охранники, как он с ними разговаривает. В принципе, когда даже случился инцидент в «Черном месте», то есть когда, значит, у нас туда вторглись пришельцы из пограничного мира Ксен или Зен, смотря от перевода, вот, Фриман все-таки не растерялся, то есть он, конечно, с помощью все-таки ученых и охранников, но чаще всего в одиночку, вот, сумел как бы выжить, пробить себе, что называется, путь на поверхность, вот,
То есть, тем более, что в игре еще, я подчеркну, был очень хорошо реализован курс обучения. Я считаю, что он даже был сделан именно вот образцово. Такая из меню главной игры, как отдельная опция запускался, назовем это так. Вот, то есть он не был интегрирован в саму игру. Вот, и, значит, здесь еще что было как бы интересно. Это, конечно, то, в общем-то, что потом Фриман, даже вырываясь на поверхность, сталкивался, соответственно, с вооруженными силами США, которые прилетели на зачистку объекта, то есть с прямым приказом, соответственно, уничтожать всех и вся, то есть, невзирая на то, там, инопланетяне это или сотрудники черной мессы, им, честно говоря, был дан достаточно четкий приказ. Вот. И, конечно, Фриман действительно вошел, я считаю, вот так плотно в игровую культуру. Значит, но это касалось именно только первой Half-Life, потому что, конечно, вот вторая, допустим, Half-Life со всеми его дополнениями, то есть там эпизод 1, эпизод 2, она уже, конечно, не так сильно запала мне в душу, как самая-самая первая Half-Life. Ну, а мы идем дальше, и на очереди у нас игра The Operative No One Lives Forever. Эдакий шпионский стелс-шутер, действие которого происходит в 60-е годы 20 века, а конкретно в 1967 году. То есть, в принципе, радовало, что хоть и в игре нам всячески навязывался стелс, но за исключением пары миссий можно было спокойно обойтись без него, собственно, расстреливая всех от бедра, как заправский Джон Рэмбо. А также у нас была еще одна интересная особенность. Играли мы за девушку, Кейт Арчер. Тем более, в особенности игры можно записать и такую вещь, как применение гаджетов. Притом, поскольку у нас главная героиня — это девушка, то, соответственно, все гаджеты замаскированы под предметы женского обихода. То есть, например, у Кейт были гранаты в виде помады, притом в зависимости от цвета помады отличался, допустим, и тип самой гранаты. В виде женской заколки у нее была отмычка для замков, например, как раз-таки значит, очки с фотокамерой. Даже вот был роботизированный пудель, который умел отвлекать феромонами как раз-таки вражеских собак. В игре еще был интересный обучающий курс. По интересности он может, наверное, соперничать с аналогичным обучающим курсом из первой Half-Life, по крайней мере для меня. Вот. Но он был каким образом интересно сделан. То есть, если, допустим, Кейт попадает в какое-то новое оружие или гаджет, обязательно, соответственно, будет вот такой, скажем так, небольшой обучающий курс с применением конкретно этого гаджета или оружия. Вот, что, в принципе, очень на самом деле радовало. А с этой игрой в РУ-сегменте есть целая мистификация. Якобы разработчики вдохновлялись Остином Парвельсом, но на самом деле это не так, потому что разработчики кучу раз в своих интервью и воспоминаниях это все отрицали. Вот. А истинными источниками вдохновления для них служили фильмы 60-х годов и сериалы 60-х годов. То есть сюда можно что отнести? То есть всю классическую Бондиану, в основном с Шоном Коннери и в главную очередь с Роджером Муром. Также фильм вот «Розовая пантера», фильм «Модести Блейз» 1966 года. А также такие телесериалы, как упомянутые уже мною «Мстители», «Как напряги извилины», соответственно, «Как святой» с тем же самым Роджером Муром. И еще, честно говоря, много чего. Значит, и в детстве, когда я играл в эту игру, на самом деле, я вот, поскольку очень любил такой сериал, как «Мстители» и «Напряги извилины», вот, они все-таки в 90-е годы у нас показывались на отечественном телевидении, вот, я, в принципе, это сразу заметил тогда еще. Ну, а теперь настало время поговорить о главной героине, то есть это Кейт Арчер. Кейт происходит из знатной шотландской семьи, но, к сожалению, в подростковом возрасте она осталась сиротой. И переселилась жить в Лондон, где стала как раз таки профессиональной воровкой по кличке Лиса. Но грабит она только богатеев, наживших свое имущество нечестным путем. То есть людей среднего и низкого достатка она не трогает. Вот. И всегда на месте преступления она оставляет свой фирменный знак, то есть это голову лисы.
Но, значит, однажды она была поймана за руку неким Бруно, который и привел ее в организацию Unity. Вот, на которую Кейт и стала работать в качестве агента. Но, к сожалению, руководство этой организации Кейт как оперативника не ценит. То есть считает, что она женщина и она не справится. Поэтому ей доверяют всякую слежку и прослушку, пока однажды ей не представляется шанс показать себя. Вот, ну, собственно, что можно сказать уже про саму героиню. То есть угадываются уже черты ее прототипов. Ну, во-первых, шотландские корни перешли явно от Джеймса Бонда. Вот, о чем еще в книге Яна Флеминга «На секретной службе Величества» упоминалось. Значит, как раз-таки внешний вид Кейт очень похож на миссис Эмму Пил, то есть это персонажа телесериала «Мстители». Вот, то есть там как раз-таки и Вальтер П-38 как основное оружие, и комбинезон. И, честно говоря, зачастую по ее диалогам это вот очень понятно, что действительно как бы миссис Пил являлась вот таким источником вдохновления. То есть, к сожалению, в процессе изготовления вот этого ролика стала известна печальная новость, что актриса Дайана Рик, кто играла миссис Эмму Пил в телесериале «Мстители», 10 сентября умерла на 83-м году жизни. То есть это, конечно, очень печальная новость, по крайней мере, для меня, как поклонника ее творчества. Вот. Ну, а также от прототипов можно еще увидеть и, собственно, Саймона Темплера, персонажа цикла «Святой», вот, который именно, и, соответственно, играл Роджер Мур. Вот, в том числе и даже то, что он занимался как раз-таки профессионально грабежами и всегда как раз-таки оставлял символ человечка с нимбом на месте преступления. Вот, а также действительно грабил людей, только наживших свое имущество, скажем так, нечестным путем. Вот, в принципе. Хотя сами разработчики уверяли, что Кейт во многом срисовали с Modesty Blade, но за исключением как бы пары диалогов я этого не увидел. То есть во второй части, ну, One Lives Forever, то есть это как-то влияние Modesty Blaze, ну, по крайней мере, фильма, не скажу за оригинальные комиксы, я, к сожалению, их не видел, но оно чувствуется там больше. Вот. Ну, а мы идем дальше. А на очереди у нас игра Star Wars Jedi Knights Dark Forces 2. То есть в свое время эта игра меня заставила поверить в вселенную Звездных войн. То есть скажу сразу, то есть я в детстве не очень как бы любил Звездные войны. Я считал, что это какая-то забубенная научная фантастика. Из всех творений Лукаса мне больше всего нравился Индиана Джонс. Вот, но случайно просто на распродаже купив вот пиратский диск с этой игрой, вот, и ее запустив, я, соответственно, проникся в вселенной Звездных войн. Вот, и что радовало, разработчики не паразитировали на персонажах именно фильмов. То есть тут у них все свои оригинальные персонажи. То есть есть главный протагонист Кайл Катарн, который, значит, пытается найти и убить своего отца и параллельно постигает силу и все вот джедайские премудрости, а также мое тогда детское воображение поражало, что в этой игре были RPG-элементы, пускай сводились они только к прокачке различных джедайских умений, вот, но сам факт того, что они были, поскольку до этого, скажем так, в шутерах я такого никогда не видел до Jedi Knights, то есть не попадались мне никакие там System Shock и Deus Ex, я тогда в это не играл, вот, и это прям оказалось чем-то таким фантастическим, вот, и также радовало, что бой на световых мечах, он был реализован именно как в оригинальной трилогии, то есть не как в сиквелах, то есть можно так сказать, что чем Jedi Knights и уникально, что, значит, именно в ней, так скажем, все по заветам классической трилогии было сделано, потому что в последующих играх и в продолжениях у Jedi Knights, конечно, боевка была близка именно к трилогии приквелов. Вот.
Ну и также вот, в принципе, радовала погружению музыка Джона Уильямса, то есть из оригинальной кинотрилогии, то есть может ее как-то там действительно подрезали, вот, но тем не менее погружению это способствовало. И также способствовало, соответственно, то, что были у нас специально сделанные ролики с живыми актерами. То есть это, конечно, тоже, скажем так, глобальный плюс игре добавляло. И даже вот играя в нее в начале 2000-х годов, то есть несмотря на то, что графика уже к тому моменту этой игры сильно устарела, меня это как раз таки не отталкивало. Да и потом, игра все-таки в народе очень любима. Вот. Поэтому, значит, как бы к ней выходит куча различных всяких модификаций, в том числе и различные текстурпаки, всякие улучшения самих моделек и тому подобные вещи. Вот. Значит, ну а теперь поговорим немного о личности самого Кайла Катарна. То есть он у нас уже появлялся в игре Dark Forces, то есть почему, соответственно, у нас Jedi Knights есть и приписка Dark Forces 2, вот, но там он единственное, что не был джедаем, то есть он был именно агентом повстанцев, который выкрал чертежи смерти и передал их принцессе Леи, вот, значит, и также остановил производство темных штурмовиков. Соответственно, во второй части, в принципе, ну, грубо говоря, в Jedi Knight, именно знание Dark Force не столь принципиально, потому что здесь, ну, фактически оно никакой смысловой нагрузки не несет, то есть можно, в принципе, Dark Force в этом вопросе пропускать, не боясь потерять что-то по сюжету и сразу играть в Jedi Knights. Вот. Но, честно говоря, здесь уже Кайл пытается разобраться, кто убил его отца. Вот, и узнает, что за этим как раз таки стоял некий темный джедай. Да, здесь именно еще слово ситх не применяется. По имени Джерек. И как раз таки 7 его учеников. Вот, и, конечно, Кайл начинает это все, что называется, их всех искать по всей галактике вместе со своей напарницей Джейн Уорс. Вот, и тут, конечно, был у игрока большой выбор, все-таки перейдет Кайл на темную сторону силы или останется на светлой. Вот. И здесь просто что было сделано грамотно, что никто другой не понял. То есть ни Дисней всякие, ни, соответственно, какие-то там другие создатели там фильмов и, возможно, даже книжек. Вот. Что здесь, так скажем, мало того, что были и свои оригинальные герои, то есть и своя такая, скажем так, особая история. То есть нам тут знание фильмов не особо было нужно. Вот, для ее понимания. Но, тем не менее, Jedi Knights это было такие, скажем так, Звездные войны в миниатюре. То есть это как бы классическая такая вот трилогия. Вот, тем более, что очень грамотно было сделано, что сам Кайл Катарн это такой собирательный образ из Хана Соло и Люка Скайуокера. Вот что-то среднее между ними. Вот. Так что, скажем так, эта игра за свой как бы грамотный подход заставила меня в свое время поверить в Звездные войны и радовала, конечно, что здесь куча различных орудий, и вот что можно было, соответственно, всякие эти вражеские выстрелы бластера отражать световым мечом, притом Кайл делал это автоматически. Вот. Ну и, честно говоря, что иногда даже при удачном взмахе меча можно было какому-нибудь там штурмовику отрубить голову, руку и так далее. Там сразу все это прижигалось рано. Вот, это действительно смотрелось классно. Вот, в общем, у игры много достоинств, и говорить про нее можно до бесконечности долго. Лучше уж один раз поиграть. Ну, а мы переходим к последнему, сегодняшнему нашему представителю шутеров. Ну, и это, конечно же, игра Blood. То есть здесь, в принципе, игра с точки зрения баланса действительно очень интересно сделана была, потому что все просто выверено до тончайших деталей. То есть, например, какие-то типы орудий будут эффективны только против определенного типа врагов. Или, допустим, некоторые враги имеют иммунитет к определенным типам орудий. То есть, допустим, те же самые огненные псы, например, невосприимчивы к напалмомету.
Вот. Но зато очень, в принципе, спокойно убиваются Тесла пушкой и так далее. Вот. При том, что здесь, кстати, такой был немножко нестандартный арсенал. То есть более или менее типичное орудие, вроде, допустим, обреза двухствольного, пистолета-пулемета Томпсона, там, вилл, динамита, вот, и уже кое-что более экзотическое, то есть, допустим, та же самая упомянутая уже Тесла-пушка, когда это еще не стало мейнстримом, напалмомет, допустим, кукла Вуду, соответственно, баллончик с ариазолью, который можно было как портативный огнемет использовать, то, что у всех орудий был именно второй режим стрельбы. Вот. И поскольку в детстве у меня эта игра была на каком-то пиратском диске сборники старых игр, то я, честно говоря, за сюжет ее не очень понимал, потому что оттуда были вырезаны все ролики и CD-музыка. Вот. И когда я видел отражение главного героя Калеба в зеркале, то я, конечно, думал, что это какой-то Зора. Вот. Единственное, конечно, что радовало, что игра была сделана на движке Build, то есть на котором делался и Duke Nukem 3D. Вот. И то, что все-таки герой достаточно был говорлив, но в отличие от Duke Nukem, конечно, было самое интересное, как он это говорил. Дело все в том, что Калиба озвучивал актер Стефан Уайт, который окончил Лондонскую школу драматического искусства и музыки. И согласно его воспоминаниям, то есть когда он пришел к ребятам из Monolith, которые делали игру, попросили его озвучить, они ему дали как бы текст, который они написали, они ему дали, соответственно, цитаты из трилогии «Зловещих мертвецов», что вот очень часто Калеб цитирует. Good, bad, I'm the guy with the gun. That's right! Who's laughing now? That'll teach you. Oh, you son of a... А также, соответственно, по воспоминаниям Стефана Уайта, ребята из Monolith дали возможность ему поимпровизировать, и он по памяти зачитал монологи Шекспира из «Гамлета» и «Макбета», спел несколько песен Синатры и сказал еще кучу интересных фраз, из-за чего Калиба просто приятно слушать. То есть зачастую, вот, скажем так, ради него во многом я в эту замечательную игру и играл. И даже во второй Blood, который, в принципе, многими на самом деле апхейтен достаточно глобально, но вот мне, тем не менее, эта игра нравится, тоже кучу раз ее прошел, как и первую часть. Fly me to the moon and let me sing among the gore. I don't... If you think I'm sexy and you want my body... Ну а теперь поговорим о личности самого Калиба. Наверное, из всей сегодняшней моей подборки, скажем так, Калиб самый нестандартный персонаж, потому что он именно полноценный злодей. То есть Blood все-таки строился по такому принципу, что не добро борется со злом, а, скажем так, меньшее зло борется со злом большим. Вот, то есть Калиб и с ним еще трое избранных, скажем так, его возлюбленная Офелия, Габриэль и Ишмаил служили некому культу под названием Кабал, вот, и поклонялись Чернобогу, вот, то есть такому некому божеству. А Чернобог просто объявил всех избранных предателями и убил их. И Калиб, восстав из могилы, взяв в руки вилы и двухствольный обрез, пошел мстить. Собственно, вся его мотивация, конечно, в конце игры мы узнаем, почему Чернобог избавился от избранных. Вот. Но это уже, конечно, тема будет для отдельного ролика, посвященного конкретно этой замечательной игре. Стоит отметить, что сам культ Кабал был на самом деле достаточно жестоким и кровавым культом с человеческими жертвоприношениями и актами каннибализма. Вот. И самое главное, что у членов этого культа был свой собственный язык, который назывался Кабал, который был помесью, соответственно, санскрита, латыни и французского. Вот, собственно, культисты в игре на нем обычно и изъясняются. Ну, а на сегодня это все. С вами был Барин. До новых встреч!